Кимери в Анталии. И сегодня в понедельник продуктовый рынок. Рынок работает с 8 утра до 10 вечера. И мы пришли посмотреть, что тут продается. Приглашаю вас прогуляться и посмотреть, какие цены на рынке. За моей спиной также магазин BIM. Рекомендую вам, очень часто бывают хорошие скидки. И можно купить чай, сыр, сладости, косметика, там крема и прочее. Дешевле, чем в Мигросе. Идем на продуктовый рынок. Вот отель Викинг Стар. И здесь с этой стороны, впереди вот башня с часами видно, начинается продуктовый рынок. Посмотрим, что там продают. Работает по понедельникам. Обновленный получил рынок. Обувь даже есть. Коврики. Здрасте. Чай. Здесь сыры. И где твердый? Вот, я вот давить твердый. И пикули, оливки всех размеров и сортов. Оливки начинаются от 30 и выше. Гранатовый соус, мед, яйца и вот цены на оливки. Оливки, яйца свежие, мед разный, дыни по 15 лир. Красавчик. Здесь халва с фисташками. Вот новый базар. Теперь под крышей. Открылся в этом году. И опять оливки. Сладости. Три штуки за долларов. Вот прикупили кофе вот такой. Да, считается хорошим кофе, да? Кофе самый хороший. Да. А вот тройка и четверка чем отличаются? Обжарка. Только обжарка. Обжарка, тройка. Четверка самая мощная, а так тройка. Это самый крепкий, да, получается? Да. Но я такой не люблю сильно. Он горький. Он крепкий, он. Четверка крепкий. Это самый, считается, крупнолистовой, да? Вон они, турецкие есть, а это вот самый такой черный алтумбаш. А мы такой покупали в прошлый раз, да, черный. Это суперский чай. А он выращивается здесь, да, в Турции, да? Черноморский побережье, Карадениз, города, вот там. В интернете если посмотрите, там склоны гор, все чай. Это чайкур, да? Чайкур, это матка. На, рюкзак. А, пакет я вам что-то взял. Здесь у нас знакомый дядечка, вот он вырезает рогатки всякие. Это 1000 рублей. Ну да. Свежевыжатый сок. Два стакана доллар. Блин, вот этот зеленый гранат. Вот так, стакан, микс очень вкусно, 2 стакана доллара. Похоже на. Зелень 5 лир, тыква, виноград. Питхая $2 красный. Красный. Ну да, я. Инжир 30 лир. Ну что так цена. А там мужик продавал по сумасшедшим. Какие красивые. 15 лир всего. Картофель, фенечки всякие продают,
тарелочки красивые, сладости. Почем у вас? $11 килограмм. Это финиш. Здесь пахлава. А пахлава сколько стоит? Пахлава 35 килограмм. Инжир, тут орешки, фундук. Это маникюр. Женщина продает красоту такую. Придем в следующий понедельник. Чай, орехи. Здравствуйте, чурчхела. Финики сушеные. Он сладкий? Да. Помидоры 7 лир. 10 лир. Опять чай разноцветный и специи. Это же манго. Конечно. Манго, да? Да, Анталия, Алания. Ну, оно не такое. Орехи. Вот тут давят масло сразу. Маленькая бутылочка $10, $5 и $20, и большая 40. Это инфо по-русски. Это мне дали, от чего помогает. Почитаем. Спасибо. Зелень, слива 10 лир, помидоры 15 лир, разных сортов. Арбузы вот такие огромные. 3 лиры килограмм. Дыня 15 лир. Многие покупают соковыжималку и давят в отеле апельсиновый сок. Дешево и приятно получается. Ремни. Здесь турки всякие. Чайнички. И вот мечеть с этой стороны, тоже можете заходить на рынок. Тут вовсю кукурузу варят. Вот такой котел второй. Изил, бочки. И вот под навес идем. Уже виноград 20 лир. Огромный. Груша 20 лир. Персики 15. О, какая редиска здоровая. 10 лир. Амда, 3 тебе тондра. 3 тебе тондра. Мика 30 лир, инжир 25 лир. О, тыква какая здоровая. Бананы 30 лир. На рыбу форель 50, дорада 120, саламон 200, креветки 300. Барабулька 120, это сардинка 50. Thank you.
готовим, уважаемые, мы здесь готовим. Кефаль 90. Кефаль, дорада. Дорада, 140. Салман 140. Окунь, барабулька, сардина, пожалуйста. Барабулька 140. Рыба. Креветки. Норвежский Соломон 300. Супер, супер, да. О, какой Соломон красивый. Вкуснятина. Есть копченая рыбка. Скумбрия. Здрасте. Мараба. Мараба. О, какая голова, посмотрите, здоровая. Уже почти всю съели рыбу. Анчоусы. Папарацци. Не папарацци, а папарацци. İstiyorsanız bir tane tadım var. Bunu da tartabiliriz, onu da tartabiliriz. Yok, o çok büyük ya. Çok büyük. Bunlar? Розовое масло, органовое масло, ну и чай опять, турки, такие красивые наборчики для кофе, и очень красивые турки, рекомендую. Сладости по 7. Золото, бриллианты. Тут немножко хлопок продают. Полотенца и постельное белье. Спасибо. Прикупили коврики. Мы их уже покупали в прошлый раз. Вот. $3. Все. Зафиксировали. Вот девушка, рекомендую. Мне.